мечта в 29 лет. Снимаю такое небольшое видео, как воплотилась мечта в реальность. Не могу сказать, что я очень давно об этом мечтала, я знала об этом месте. Сегодня я предполагала быть жарко, но как оказалось, сегодня холодно и ветрено. 5 марта 2017 года. Завтра мне 29 лет. И по всей вероятности, это мой такой dream, мечта. Вот такой вот вид у нас позади. Мне вообще кажется, что это все не настоящее. Это картинка из интернета. Но нет, это все настоящее. Выглядит потрясающе. Хочется здесь провести как можно дольше времени. И обязательно хочу, чтобы все, кто захотел здесь побывать, обязательно здесь побывали. Ехать сюда, в Лас-Вегасе, 4,5 часа на машине. Ну, далековато, но это воплотимо в реальность. Ехать, по-моему, чуть меньше, чем 400 километров. Так что приглашаем в гости.